В округе завершился спортивный фестиваль среди воспитанников Люберецкой футбольной школы «Спартак». На арене Дворца спорта «Триумф» встретились команды красно-белых разных возрастов. Праздник спартаковцев посетили и мы. Спортивный праздник собрал более 600 футболистов. Сергея Крохина родители привели в секцию футбола в 3 года. За 5 лет тренировок Сережа научился делать передачи, ловко обводить соперника, вести и контролировать мяч при пробежках на длинные дистанции. Самое сложное, когда иногда бывают угловые, закрывают всех. Я в защите, в нападении, я везде. Тут много игроков, и можно забивать голы, и тут очень круто. Прими мяч, раки, отдай дальше по флангу. Опытные футболисты говорят, чем младше спортсмен, тем важнее доверие тренера. Михаил Тиунов играет в футбол с 6 лет. Спортивную карьеру начал в Ставрополе, продолжил в Подмосковье. После окончания Малаховской академии физической культуры стал тренером. Хочу, чтобы они стали хорошими людьми изначально. Это очень важно. Спорт спортом, он закаляет, дает дисциплину прекрасно. Но оставаться добрым, позитивным постоянно, видеть хорошее, радоваться – это вот очень важно. Поддерживали футболистов во время игры не только наставники-тренеры, но и родители. Трибуны ревели, встречая свою команду. 4 года подряд мы проводим ежегодный футбольный фестиваль, посвященный красно-белому году нашим детям, которые могут здесь играть в футбол, получать удовольствие, дружить, общаться. И с каждым годом мы становимся все сильнее, нас становится все больше. И я с уверенностью могу сказать, что футбол в Люберцах очень любят. И более того, в Люберцах любят «Спартак». Футбольную школу «Спартак» в округе открыли 5 лет назад. Сегодня в ней занимаются 680 спортсменов от 4 до 17 лет. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.